наша школа в 2018 году сдана в эксплуатацию. Школа построена по индивидуальному проекту, где соблюдены все нормативы и требования вот, к обучению, воспитанию, оздоровлению, коррекции вот, детей с нарушениями слуха. У нас в школе обучается 256 детей. Наши дети, они со всех районов города и Новосибирской области. При школе у нас работает интернат, где дети с понедельника по пятницу могут проживать. В 2023 году в нашей школе реализовывался проект «Добрая школа». Это в рамках проекта «Федерального современная школа» национального проекта образования. Реализуется по инициативе президента. В результате реализации этого проекта нам удалось оснастить прекрасным современным оборудованием 10 кабинетов для индивидуальной работы учителей и сурдопедагогов. Это мультисенсорный тренажер речи. Здесь мы можем контролировать речь визуально, на слух. Он может увидеть, как мы сейчас увидели, да, по шкале, свой голос определенной силы, как он говорит, да, высоко голос, у него низко голос, громко, тише, а также разные звуки, звонкие, глухие звуки корректировать мы можем. И он в том числе по разным методам восприятия может контролировать себя, как он произносит те или иные звуки. Также еще мы думали, какие направления дополнительного образования можно у себя в школе реализовать, которые бы потом бы пригодились нашим детям после окончания школы. И мы выбрали такие три направления. Это декоративно-прикладное искусство, это фото-видео и гончарную мастерскую. А ты игрушку какую шьешь? Мышку. Мышку шьет. Вика, а ты какую игрушку шьешь? Я какую игрушку шью. Какая игрушка у тебя? Какая? Вик. Да. У тебя какая? Кошка. Да. В основном мы работаем с фетром, с детьми. Начало вот ставим ручку, и у нас очень много игрушек и много очень образцов для того, чтобы вот повторить хотя бы это все. Приобрели распушевальную машину для работы по трикотажу, оверлок, это тоже по работе с трикотажем. У нас есть электроплита, воскоплав у нас есть, очень много у нас клеевых вот пистолетов, то есть всем хватает. Это мы работаем, уже работы у нас с более старшими детьми, мы занимаемся вышивкой ленты, шерстяной акварелью картины создаем. Здесь вот в этом кабинете у нас стеллаж для сушки изделий, это вот представлены работы детей. Вот эти вот изделия сделаны на гончарной круге. А здесь у нас великолепная печь, которую мы смогли получить благодаря участию и выигрышу в проекте «Добрая школа». Также у нас есть камера покрасочная со всей вытяжкой установлена и сушильный шкаф. У нас это киностудия «Светлячок», киномастерская. В данной киностудии дети учатся снимать фильмы, ролики, а также делать монтаж. Ну и главное, я думаю, что для детей это развитие как раз-таки творческого потенциала, там, развитие мышления. Дети снимают на профессиональное оборудование, которое мы закупили, снимают праздники школьные. То есть, начиная от первого звонка школы, как идут дети, заканчивая выпускными праздниками.
в зависимости от образовательной программы, наполняемость в классах от 5, 6, 8 человек, ну, до 10 человек. Вот такой подход, он, естественно, создает индивидуальный подход каждому ребенку. С первого класса мы начинаем уже детей направлять, выявлять у них интересы, какие у них способности, чтобы в дальнейшем осуществлять эту профессиональную ориентацию с детьми. Национальные проекты России по решению президента –